Немножко вспоминая, как неудачно мяч складывался у девушек в квалификации. И открывает этот поток Анна Попова, чемпионка России этого года. Далеко она забросила мяч на последнем риске, и вместо поворотов такое ощущение, что больше бежала к этому предмету, к мячу. Не все получилось у Ани. Тоже такой первый выход на ковер сегодня немножко сумбурным получился. Да, и неуверенно немного. Ты же как-то все страховала. Да, и коронные свои вертолеты, мне кажется, обычно она, по-моему, 5 делает. Тоже не доделала здесь один. Потерю. Перекати. Оценка Анны Поповой 33,7. Это меньше, кстати. Да, видим. 16-летняя Анна Попова. Ошибок были, наверное, помарочки на элементах. Но это ниже, чем у Лалы Крамаренко. Что касается
касается Ани Поповой, мы уже отмечали, что они с тренером не боятся выбирать современные композиции, что немножко не похоже на российских гимнасток. У Анны, мне кажется, половина, даже, наверное, три упражнения из четырех под современные композиции. Причем интересно, что эта композиция «Pussycat Dolls Buttons» вышла в 2006 году, когда Аня родилась. Мне тогда было 16, Ане сейчас 16, и она под эту песню поставила свое упражнение. Очереда помарок, и вот последний риск тоже не сложился. Видим оценку Анны Поповой, 35,5. Обходит она Елизавету Зорькину. Его выиграла как раз-таки Анна Попова в начале этого сезона. Многоборье Лала тогда была не собрана и не выдала свой максимум. И она проиграла не только в борьбе за золото Поповой, но еще и проиграла в борьбе за серебро Марии Борисовой. Марию Борисову мы вспоминали сегодня в связи с тем, что она выиграла соревнование в «Хрустальной розе». Ну а все четыре вида Крамаренко оставила за собой на чемпионате России. Анна Попова. Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. Тут торопилась на последний риск. И видим, что успела, и видим, что осталась довольна этим. Напомню, что в предыдущем виде в булавах Анна финишировала третьей, выиграла бронзу. А уставшая душа. Очень амплитудные прыжки с хорошей формой. Сильней болит. Анны Поповой 34,85, тоже какой-то небольшой штраф, небольшая сбавка. Не знаю, может быть, тоже не в музыку. Не успела, может, немного. Да, хотя мне показалось, что все было более-менее, но 0,05 это не так критично, 34,85.